Скарлетт пришла тоже. Happy birthday сказать. Ей спится хорошо с Сесси. I love you, Сесси. Еще никто не хочет вставать. В общем, я увидела, что Анжелик сделала поздравление на Инстаграм для Джульетты. Я вижу, что Джульетта уже ответила ей, сказала спасибо, все такое. И я говорю, о, значит, она не спит, тихонько сидит себе в постели, в комнате, не хочет выходить. То, в общем, мы пошли ее поздравили. Дэнни уже ушел, у него там шабашка подвалила от двоюродного брата. То у нас сегодня вообще хорошая погода, ну, в смысле, прохладное утро. Он говорит, я хочу использовать это время, поработать хотя бы до полудня. Так что он пойдет туда. А скоро мне надо будет забирать Анжелик. Я не уверена во сколько. Обычно в первой половине дня. А потом у нас в нашем районе, в нашем там поселке, или как это называется, в соседстве будет, в общем, партии. Там будут игры, полцены на бассейн, и, короче, мы будем это делать. Вот таким образом будем праздновать Джульетты на день рождения и вечером еще кое-что. Итак, Анжелик мне написала, что их автобус приезжает в 11:45, у нас сейчас 11:06, именинница наконец-то изволила проголодаться. И, в общем, она попросила, чтобы я ей сделала... Сейчас. Вот такие булочки, crescent rolls, намазать их на теле и испекти их в это самое, в духовке. Мы попробовали на прошлой неделе, было очень классно. Так что я пошла это самое, кормить именинницу. Вот Тринка ест эту булочку. Вот видите, как она выглядит внутри, там шоколад, ням-ням-ням. Итак, я еду за Анжеликой. Честно говоря, я, видно, пропустила прохладу, когда я вышла, уже начало быть жарко и душно. Но ничего, зато в бассейне будет хорошо плавать. В общем, я тут уже в церкви забирать Анжелику, а их еще нету. Видно, они еще в дороге, так что посижу, подожду. Child is back. В общем, Анжелика вернулась, мы распаковываемся, куча стирки, и опять она слаживает чемодан, чтобы сегодня же она уезжает уже в лагерь на работу. Так что мы ее поймем только несколько часов. Трини танцевала вместе с Лило танец гавайский. Я не уловила. Так, мы пришли в наш бассейн. У нас, правда, тут еще и еда там, и игры. Но мои захотели сразу идти в бассейн. Так что мы идем в бассейн. Пошли, Дринк. Скарлетт в маленьком. Что ж ты сняла? Джульетт пригласила свою подружку Ади. И она будет с нами. Она сейчас в бассейне с нами. А Дэнни приведет своего двоюродного брата с его сыновьями тоже сюда. И мы все будем купаться. Пошли. Ну, я пошла. Скарлетт пошла. Тринка, все время мы были в бассейне, она только пищала, что она хочет оттуда вылезти. Так что я наконец-то вылезла. Скарлетт развлекается. Старшие девчонки вон там. Габриэл своих друзьяков нашел, играется. А Тринка вот здесь. Трин. Попробую ее затащить это. Скоро Дэнни должен приехать тоже. Просто любую денежку туда ложить, как донат сверху.
пока она будет готова. В общем, вот такие нам сосиски дали за $2, пока у меня было только $2, и в общем это стоило нам $2. Уже банов нету, просто хлеб раздают. Но за такую цену нам все равно. А сосиски были обалденные, прикопченные. That's hamburgers. Yeah, hamburger? Yeah. There's like 3 of them. I think so. Yum, yum, yum. Бесплатная водичка. Музыка. Класс. Танька, пойдем? Ну-ка. Дуги и гамбургеры за просто донации. Многие люди просто за 25 центов ели себе гамбургер. Такой молодец мужик. Итак, я с Тринити сейчас едем, забираем Анжелику дома, потому что Анжелика с нами не пошла в бассейн. Она устала, я, в общем, отдыхала и делала некоторую стирку. В общем, мы должны ее отвезти в церковь, и оттуда она уже поедет на автобусе в свой лагерь. Я оставила детей с Дэнни и с его двоюродным братом и женой. В общем, они до сих пор в бассейне, а мы поехали с Тринити. Отослала Анжелику еще на одну неделю. Значит так, я вернулась домой, Тринити заснула, поэтому я не иду назад в бассейн, а сейчас занесу ее поспать. Только что поговорила с Дэнни, они еще в бассейне, но уже, наверное, скоро заканчивают. Я сказала, что он может пригласить его двоюродного брата с племянниками, и мы сделаем тортик, тот, что мама купила с мороженым. Так что он еще не уверен, согласятся они или нет, но, в общем, он мне даст знать. Так что мы дома. В общем, прикиньте, тортик есть, не могла найти свечек. В общем, будет у Джульетты вот такая свечка. Ну ничего, к ее вечеринке, когда на следующей неделе она будет с друзьями праздновать, я ей куплю свечки. Okay. Show me. And it's more convenient right now. You get everything established out there, and boom, you're out there. Oh, good job. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jeanette. Happy birthday to you. Okay, you like your cake? No. Sweet.
Окей, бабушка... Wait, how do you say yes in Ukrainian? Да. Да. Окей. Бабушка, торт понравился. А вот и Тринити проснулась и кушает свой кусочек торта. Моя козявица. Don't visit to the camera. What's up? She's getting more ice cream. Well, they're sharing. That's was last We're piece. We're sharing the last piece. Yeah. Yeah. А теперь мы едем всей семьей вместе с Адей в центр нашей Талсы, там, где небоскребы и все такое. Там у нас есть бейсбольный стадион, и мы идем на более профессиональную игру по бейсболу. Дети заработали билеты в библиотеке на эту игру, и... Плюс это дает нам скидки на наши билеты, так что мы идем использовать, потому что это только сегодня, и Джульетта не против пойти и посмотреть это. Так что мы поехали. Выезжаем в центр Талсы. It's cool looking. Итак, мы на стадионе. Идет бейсбольная игра. Что-то случилось, я сама не знаю что. Мы хлопаем. Я не хлопаю, больше я не знаю. Third baseman, number 5, Matt Bailey. Наши небоскребы. Там рестораны. Oh, you want to go to playground? Она хочет на площадку, мы пошли на площадку. Люди сидят прямо на траве. Ну, если хотите подешевле билет, то вы покупаете это. Yes. То покупаете такой вот билет со своими стульями, приходите или одеялами и смотрите отсюда. Мы идем на площадку вон туда. Фонтаны, но мои пришли без купальников, так что мы, я надеюсь, что они туда не долезут. Designated hitter number 9, Jose Fernandez.
Дэнни наконец-то нас нашел. Теперь он на дежурстве с младшими, а я отдыхаю со старшими. Типа смотрю игру, которую я все равно не понимаю. Габриэла единственный, который здесь влюблен в эту игру. Дэнни и Тринити. Случилось, я не знаю, что. Закончилось, наша команда выиграла. I talked with him for quite a while. Oh, that's where you were? Итак, сегодняшний день рождения подходит к концу. Мы, конечно, уже довольно-таки устали, готовы идти спать. Завтра просыпаться рано, и мне придется вести девчонок на 8 церковь, на 8:15. Так что пойду-ка я работать над влогом, если не засну. Вчера я, кстати, заснула, делала все утром. А так это был хороший день, Джульетта осталась довольна. И чего и вам желаю. Хорошего дня, доброй ночи и до новых встреч. Па-бай.